Правой рукой беру ворот, левой рукой беру ручку. Я делаю подтяжку той ногой, которой держу руку. Если я левой рукой держу его ручку, значит я левой ногой буду делать подтяжку. Первое, то, что я должен четко сделать, это с первым шагом правой ноги уйти с линии атаки. Если я стою напротив него, я правой ногой должен уйти в сторону. Правой ногой ухожу в сторону, вытягиваю одновременно ручками его перед собой, не на себя, а перед собой. Одновременно вставляю левую ножку, вспоминаем, ножку я вставляю своим изгибом стопы в области голеностопа. Колено я свое ни в коем случае не сгибаю. Мое колено должно быть выпрямлено. Я ушел с линии атаки, вставил, задержал. Смотри, правой ногой шагаешь сюда в сторону, носочек мануэль. Одновременно, когда ты шагнул, ты должен ручками вытягивать перед собой. Ножку плотно вставляй изгибом стопы, колено выпрями, держи ножку, а теперь ручки начинай скручивать. Левую ручку вниз, правую сверху. Умница! Подбиваем арк. Ага, ты должен подбить, высечь ножку. Уйти и одновременно высечь. Пошел. Ушел и сразу высекай четче. Умница!